вас на мастер-классах культурного центра Порт. Сегодня мы расскажем, как сделать простой и оригинальный брелок своими руками. Для работы нам понадобится медная проволока диаметром 2 мм, тонкая медная проволока диаметром 0,5 мм, черный разноцветный бисер, кусачки, круглогубцы, кутики и эскиз вашего будущего брелока или подвески. Отрезаем отрезок толстой медной проволоки длиной 45-50 см и два отрезка 10-12 см длиной. Круглогубцев и утиков создаем внешний контур брелока, повторяя линии эскиза. Работа над внешним контуром окончена. Приступаем к изготовлению внутренних декоративных элементов. Для этого берем отрезки проволоки в 10 см и с помощью круглогубцев формируем внутренние декоративные элементы. Собираем получившиеся элементы вместе и выполняем финальную подгонку элементов. Для соединения элементов используем тонкую медную проволоку. Для этого прикладываем элемент один к другому. Берем отрезок тонкой медной проволоки, фиксируем один край. Свободный край с усилием обматываем вокруг обоих элементов. Фиксируем бусину, изображающую глаз слона.
Для этого на 10-сантиметровый отрезок нанизываем бусину и закрепляем оба края проволоки на декоративном элементе. Фиксируем декоративный элемент к туловищу слона, используя тонкую медную проволоку. Добавляем нашему слону еще один декоративный элемент. Для этого на тонкую медную проволоку нанизываем несколько разноцветных бусин. Фиксируем бусины на теле слона. Крепим к получившемуся изделию кольцо для ключей. Простой оригинальный брелок для ключей готов.